Приветствую вас, мои дорогие тельцы. Это ваш расклад на октябрь месяц. И первая карта, мои дорогие тельцы, для вас, это карта Паж Пентакли. Паж Пентакли показывает то, что, знаете, на начало месяца вам дается возможность какое-то обучение. Для того, чтобы вы знаете, хотя у вас мысли об этом, то для того, чтобы обучиться чего-то нового, у вас уже есть. Но вы как будто сидите в бездействии. Вы сидите больше, слушаете, а никакие действия не делаете. И у вас, знаете, здесь может такое, что еще то, что вы начали какое-то обучение, но вы стоите на месте, вы как будто не продвигаетесь дальше. Вот. Следующая карта для вас, мои дорогие, это десятка пентаклей. И десятка пентаклей показывает то, что уже на начало месяца октября у вас благо есть. У вас может быть здесь понадобится, вот если вы начнете какое-то обучение уже, которое или квалификация какой-то, вот то, что подниматься вот чуть выше, вам потребуются какие-то финансы, вам потребуются какие-то денежки для того, чтобы вы начали чего-то обучаться новому. Следующая карта, мои дорогие тельцы, для вас. Это карта императрица. И вот благодаря то, что если вы начнете уже на начало месяца вот, вкладываться уже в какое-то вот ваше, ну здесь может быть для кого-то здесь уже какой-то бизнес есть, вот небольшой, но уже есть оно, вот обучение какое-то, то здесь уже, как говорится, то, что посели, то пожмете. То, что вы как бы ну, трудились, вот здесь тоже показывает, то вы получите это свое вот уже на начало вот месяца октября, мои дорогие тельцы. Следующая карта мы возьмем на середине месяца, и для вас это, мои дорогие, Паж Жезлов. Паж Жезлов показывает, убирайте чуть-чуть ваше, вот вы эгоистичные чуть-чуть, это получается то, что вы стоите на одном месте и вы не прислушаетесь кому-то, здесь может быть кого-то, какая-то женщина может какого-то совета вам дать. Вы как бы не действуете. Вы сидите вот, ну мне сказали, я, ну, может, следующий месяц вот сделаю. Может, это у меня сейчас не получится, я как бы потом все это сделаю. Но здесь прислушивайте, у вас может быть даже женщина какая-то, или какие-то для кого-то, может, даже с кем у вас вот в доме, вот у вас есть, вам дается какие-то советы, но вы все-таки не берете, потому что вы стоите на одном месте. Следующая карта для вас, мои дорогие, Королева Пентакли. Королева Пентакли показывает то, что знаете, финансы у вас на середине месяца есть. Не переживайте то, что может быть здесь то, что вы переживаете, что если вы будете вкладываться в чем-то, вы потеряете вашу стабильность, ваши финансы. Но, мои дорогие женщины, здесь показывает для женщины то, что вы можете дать какому-то совету, вот какому-то мужчине, парню, вот здесь такое идет, то, что вы можете вот помочь кому-то, потому что благодаря вашей стабильности, благодаря вашей вот то, что вы знаете, как правильно помочь, как правильно направлять человека, вы это сможете вот уже на середине. Следующая карта на середине месяца для вас – это тройка кубка. Тройка кубка показывает. Начинайте, вот может вот для кого-то понадобиться вот какой-то отдых. Какой-то вот здесь еще могу сказать для кого-то то, что если информация идет, здесь касается тема детей. Здесь как будто вам нужно вот именно вот женщина постарше вот помочь своим детям вкладываться. Вот если им надо какое-то обучение для того, чтобы ну, там, потратить какие-то финансы, то вы помогаете, потому что вот у вас есть вот это изобилие, вот то, что вы, ваше состояние, вот у вас как бы и все это есть. Вот. Следующая карта, мои дорогие тельцы, на конец месяца – это шестерка пентаклей. Шестерка пентаклей показывает то, что высшие силы благородны к вам. Они вам помогают. Даже вы, как люди, вот тельцы, вы благородны. У вас есть сердце большое. Вы можете помочь. Вы можете подать руку помощи вот кому-то, кому вот нуждается. Следующая карта на конец месяца, мои дорогие тельцы, для вас – это
Карта дьявола. А карта дьявола, еще могу сказать здесь, может, почему я сказала еще тройка, потому что для кого-то расклад может быть то, что могут быть, появится в ваших отношениях третий человек. Именно вот для тех людей, которые состоятся в отношении, имеют семью, то здесь может появиться третий человек. У вас могут быть какие-то, знаете, такие искушения, которые вам... Ну, для некоторых это как бы не будет хорошо. Следующая карта – это карта совета для вас, мои дорогие тельцы. Что вам высшие силы подсказывают? Высшие силы подсказываете, не живите в ваших иллюзиях, в ваших фантазиях, убирайте то, что вам не нужно. Потому что вот почему дьявол и вот семерка, то, что из-за того, что вы искушаете то, что вам как будто дается вот именно это искушение для того, потому что на началом у вас уже есть стабильность, у вас есть благо, у вас есть, что вам нужно хорошее. И вот уже в конце вам дается вот это искушение для того, чтобы вы как бы себе сбились с правильного пути. Мои дорогие, это общий расклад для вас, тельцы. Для личного расклада обращайтесь по номеру телефона, который указан на экране. И для того, чтобы не пропускать следующие расклады, подписываемся на канале.